Короче, была у меня очень крутая задумка делать влоги каждый день и снимать их в Инсту, и в Телеграм, и во все соцсети. Было, конечно, очень клево и круто, но это очень тяжко, муторно и нереально, мне кажется, в таком темпе работать, потому что большая очень загрузка. Слушайте, пишите больше комментариев, что бы вы реально хотели полезного от меня услышать, а то, что у меня каждый день происходит, может, это даже не всем интересно, мне кажется. Так что было бы клево, если бы прямо написали: «Леха, расскажи-ка нам, как камеру настроить, свет выставить и другие штуки полезные сделать». И я бы об этом всю полезность-то вам рассказал. Как вам такая идея? И, мне кажется, формат должен зайти людям. А пока что я даже снимал сегодня весь день, потом просто уже забыл, потом просто уже столько съемок дальше было, и я это не снял, и подумал, что, блин, я же не снял это, как я это досниму, и остановился немного. Может быть, на второй-третьей серии сделать перерыв и продолжить с новыми силами чуть позже. Пока что будет немного разговорных видео. Послушали хорошо? Пишите комментарии обязательно, я от вас очень жду. Комментарии, лайки, переслайте друзьям, если вам кажется, что будет кому-то это тоже интересно. Всех люблю, всем спасибо за просмотр.